Привет, дорогие друзья! Передаю вам горячий европейский привет, так как мы немножко пропустили, поэтому мы сейчас нагоняем и раздаем деньги сразу четверым людям, у которых проблемы со здоровьем, кроме того, что у них проблемы вообще со всем, у них еще и проблемы со здоровьем. Меня Илья Сергеевна. Валентина Федоровна. Неля, говори. Светлана Алексеевна. А я не инвалид. Да. 8. Неля Егоровна, да. Раз не знаешь, я. Выживаем. Хорошо. Потихоньку выживаем. 2730. А что можно найти денежки кушать? Почему так случилось? Удивительно. Конечно, не могли представить. Разве можно свои со своими воевать? Конечно, помириться вы. Обязаны помириться. Надо бы помириться. Хотеть мы хотим этого, но нам же этого не дадут. Нашего процветало. В Советском Союзе мы обеспеченная самая категория были. На уровне шахтеров сейчас почти. Сейчас же сняли льготы вот тут вот. В Украине есть льготы, а у нас нету коммунальные льготы. Только в Союзе. Да, добивались наши. 50 сняли льготы. 100% платим за все. За все. За все, да. Приходится платить. Да. И за воду. Стационарный телефон бесплатно был. Да, и телефона теперь нету. Платить. Запал разорвался в руках. Последствия войны Второй мировой. Остатки Второй мировой. Я в 50-м году уже подорвался. Война прошла. Войны уже не было. А я нашел себе игрушку. 6 лет пацану было, я же орался. Нашел железяку, давай ее стучать, она в руках разорвалась. А если бы мы еще не дружили, что бы нам оставалось делать? Дружим, конечно. Не ругаемся, не. Что нам делить? Сошлись, кто-то анекдот рассказал, кто-то какую-то новость услыхал. Чеснок, цветочки сажаем, поливаем. Да, летом приходите, там столько цветов. Мою? Что дай Бог всем тем людям, что дали, а вы нам, так сказать, а вы нам донесли. Тоже 56 лет. Я тоже соседка. А у меня вот чем, а вот это поперек, я не знаю, это деньга или... Все не зрячие, а вот бабушка зрячая. Хорошо, она посмотрела, все правильно. Спасибо. И как раз мне в среду день рождения, как раз к дню рождения мне подарок. Да. Так что спасибо. Спасибо. Будем молиться за их здоровье. За добрых, да, Бог знает, кто нам. Ну, все равно, добрым людям. Будем молиться, чтобы Бог им давал здоровье.